меня вчера жестко отравили, либо же я сам как-то отравился. Йоу, всем привет! Добро пожаловать на мой новый классный улетный видеоролик. В этом видеоролике вы увидите и узнаете, почему меня отравили. Также вы увидите материал из Днепра с открытого паркур-парка и также нашу тренировку с большого батутного центра батутного парка в Днепре. А в конце видеоролика я дам вам небольшой спойлер, небольшой инсайдер, какой видеоролик мы с Алексом уже готовим на Хэллоуин. Потому что, как вы знаете, Хэллоуин — день всего паранормального, и я для вас готовлю новую пиовишечку. Так что досмотрите до конца, и вы узнаете все подробности. Не переключайтесь, берите чайоху, печеньки, усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Приятного просмотра. Доброе утро, друзья. Мы сейчас находимся в паркур-парке, который сзади меня, и это наш последний день в Днепре. Меня вчера жестко отравили, либо же я сам как-то отравился. Не знаю, как это могло произойти, потому что вроде как мы питались целый день полезно, но произошла какая-то интоксикация, и, в общем-то, мне очень плохо было вчера. Сегодня мне чуть-чуть лучше, но все равно я себя очень слабо чувствую, поэтому сегодня мы на лайте, на стиле потренируемся буквально чуть-чуть, и потом у нас уже будет поезд в Киев. Друзья, ну что ж, мы натренировались и уже отправляемся на вокзал. У нас поезд буквально через час, перекусим и будем ехать в родной Киев. Как говорится, везде хорошо, а дома лучше. Кстати, друзья, у меня к вам огромная просьба перейти по ссылочке в описании и посмотреть видеоролики Алекса, потому что здесь он каждый день снимал влоги, у него есть очень много материала, которого нет у меня на канале, так что переходите по ссылочке в описании, оценивайте и пишите ему, что вы от меня. Да, Алекс? 4 видоса у меня получилось этого города, снимал каждый день и абсолютно каждую деталь. И даже когда я ходил на крышу, он снимал, в принципе, как они тренировались в парке, поэтому да, все моменты, выпущенные в моих роликах, смотрите у него. Ребят, ну что ж, сегодняшний день получился действительно очень утомительным. Еще пару часов назад я лазил на крышу. Кстати, если не смотрели видеоролик, обязательно посмотрите, он уже есть на моем канале. А именно сегодня мы пришли вот в такой вот интересный батутный центр с вот этими вот молодыми персонажами. Что ты можешь сказать? Я уже не молодой. Ты уже не молодой, уже старый. Уже не молодой, да. Но ты готов крутить сальтушки сегодня? А-а. Нет? Я готов. Только паркур? Я готов делать кувырок в одном воздухе. Ага, а ты? Я буду делать сальтухи. Сегодня себя очень плохо чувствую, голова болит, все болит, тело болит, нереально плохо, но сегодня для вас будут сальтушки. Друзья, сейчас мы вышли на очень классный эльтрик и будем играть в Game of Leap. Я предложил, потому что я очень люблю эту игру, так что с пацанами поскидываемся по сальтушкам. Юзефа, Юзефа. Ну, а я последний. Юзефа, Юзефа. Я первый. Бум. Бум. Я загадаю переднее сальто. Мы делаем кувырок. Угу. И потом переднее сальто. Едва, едва, да. Хорош. Моя очередь загадывать элемент, поэтому я загадываю рандат заднее сальто. То, что пацаны хотят научиться, время пришло. Ой-ой-ой-ой. Ублюдок. Давай, делай. Да. Алекс, ну что, ты берешь букву? Да, я беру букву, потому что F. Я вам не акробат, чтобы делать рандаты всякие там. Короче, Алекс, F у нас по нулю. Сейчас я беру первую букву. Это будет считаться, если я сделаю на вот эту вот подушечку мягкую. Первый раз, рандат задняя. Хорош! Это первый раз сделал или нет? Молодец. Ну, я сделал, мне очень понравилось. Было первый раз или нет? Не первый, один, но из первых. Один из первых, да. Делаем переднее, пол винта. Окей. Хорош! Ой, смерть, little смерть. У меня буква, все, я пал.
У Алекса FL. У меня F, к сожалению. А у тебя ноль? Да ничего. Загадывает Алекс. Ну, у меня ничего удивительного, потому что я в сальтухе-то не, ну, вообще особо не делаю. Это первый вообще видос у Артема, когда я что-то пробую. Ну да. Самое кривое боковое сальто на этой земле. Друзья, моя очередь загадывать, поэтому я загадываю gate flip. Let's go. О. Йоу! Колесо боковое. Колесо боковое. Бум! Что ты делаешь? Манки передние. Хорош, хорош, хорош. Ну что, друзья, моя очередь загадывать, поэтому потихонечку будем выносить этих молодых персонажей. Так, друзья, сейчас загадываю Running Gainer. Running Gainer. По-русски не знаю. Да? Окей. Хочу умирать. Ну слишком, что? Я слишком молод для этого, но, возможно, я попробую. Давайте. Сейчас посмотрим. Не, я могу. Не будешь делать? Я, может быть, попробую это потом, но сейчас я еще не готов это делать. Правильное решение. У тебя FL, да? У меня одна. Одна F, у Алекса FLY. Загадывает Алекс. Я? Алекс, да. Что ты загадываешь? Ты еще в игре. Молодой чебурек. Неожиданно неприятно. Переднее с места? Нормально будет? Да, нормально, давай. Нормально. Давай. Ого, ого. Ну что ж, друзья, я загадываю элемент и потихонечку красиво выносим всех. Друзья, огромное спасибо за просмотр данного видеоролика. Хотя мы еще не заканчиваем, скорее всего будет продолжение. Мы просто заканчиваем с этой вакацией. Я безумно устал, поэтому мы идем в душик, домой спать. Ну что, друзья, мы уже подкрепились и отправляемся на Интерсити в наш любимый родной город Киев. Что ты можешь сказать про поездку в Днепр? Это было очень круто, мы каждый день тренировались, мы на пределе своих возможностей делали классные трюки, очень сильно устали. Подряд 4 дня тренироваться, это очень сильно. Я вам скажу, что паркур-туры это круто. Я всегда мечтал о таком, знаете, пацанской компании, поехать в какой-то другой город, тренироваться, потому что это тот спорт, это то уличное движение, которое я очень сильно люблю всей своей душой, всем своим телом, и вне зависимости, буду я на нем зарабатывать, не буду, я буду это делать всегда для себя, и всегда это буду делать с большой душой. Так что мы отправляемся в Киев, а с вами увидимся чуть-чуть попозже. Ну что ж, а сейчас обещанный спойлер. В общем-то, на Хэллоуин на 31 октября в эту субботу я буду выпускать новую POV-серию. Как вы знаете, я один из первых, наверное, самый первый человек, который на русском YouTube запустил POV-версию. То есть видеоролики, где мы от первого лица убегаем от охраны, либо от кого-то еще, от полиции там. Вот, и у меня набрал один из таких видеороликов около 6 миллионов просмотров. Так вот, новая часть спустя год. Последняя была в Турции, а сейчас выходит новая, именно POV от зомби. Такого я еще никогда не делал, русский YouTube я еще никогда не видел. Поэтому POV от зомби 31 октября на этот Хэллоуин ждите на всех платформах, в моем инстаграме, в моем ютубе. В общем, будьте подписаны и будьте осведомлены. А вам я говорю огромное спасибо за просмотр данного видеоролика. Если же вам понравилось, то обязательно влепите большой лайк. Вы меня этим очень поддержите. Расскажите всем своим друзьям, запостите мой видеоролик во все социальные сети, поделитесь им ВКонтакте, сделайте репост в инстаграме. Кстати, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылочка будет в описании. А также подписывайтесь на мой тикток. С вами был я, ваш Артем Ареста. Всем удачи, всем peace the fuck out. Увидимся на Хэллоуин. Страшного Хэллоуина, друзья.